Гхара, Главное управление Бюро расследований. Какие сердечки, это Find Your Match? Реклама агентства знакомств или презервативов? А, так, давайте сюда. Так, стоп, информацию, это инфа. Нам надо инфу скачать. А, вот. Опа. Ага, смотрите. Скрыто. Баг. Так, новости. Разрыв в уровне благосостояния продолжает расти. Автор статьи Эми Мендел. В ходе нового исследования Институт межпланетного равенства оценил разрыв в уровне благосостояния и доходов между богачами и бедняками Гхары. Как оказалось, по сравнению с итогами пятилетней давности, разрыв только увеличился. Особенно бросается в глаза разница в доходах жителей верхних и нижних ярусов. Так, если в 1834 году зарплата среднестатистического жителя нижних ярусов равнялась примерно 20% от зарплаты его соотечественника сверху, то в прошлом году этот показатель составил более 15%. Чуть более 15%. Это не единственная проблема. Стремительное облагораживание нижних ярусов привело к тому, что доступное жилье в этом районе практически исчезло. То есть, да, те, кто может его себе позволить, переезжают сюда. Не по необходимости, а по желанию. Обычно это художники, противники разведки, академики и представители других немногочисленных групп. Впрочем, нельзя утверждать, что жители верхних ярусов не знают забот. Это же исследование показало, что практически все слои общества одинаково подвержены влиянию таких показателей, как растущее соотношение зарплаты директоров к зарплате рядовых сотрудников. 400 к... Ни хрена себе, 400 к одному! Средний процент доходов, уходящий на арендную плату, составляет 40%. Нифига себе! Зарабатываешь 100% и 40% просто за аренду жилья отдаешь. Нифига себе! Пред. Пред, пистолет! Так, а это у нас рамка, да? Подвал, помещение для допросов. Второй этаж, основной этаж, третий этаж, кабинет шефа, четвертый этаж, переговорная. Погодите, третий этаж, кабинет шефа? Да, кабинет шефа. Это второй. Привет, Нил. Привет, Сайта. Рад тебя видеть. Я от этой истории весь на взводе. Да, я уж тоже. Шеф просил передать, что у нас тут важные гости. Они ждут тебя наверху в переговорной. И кто это? Зачем они здесь? Это директора Милекс и Дайсон Энтерпрайз. Перед тем, как Бенни убили, он успел с ними поужинать. Милекс и Дайсон Энтерпрайз. Это ведь крупнейшие горнодобывающие компании системы. Слово «горнодобывающий» можно с тем же успехом опустить. Ёлки-палки. Могли бы и раньше предупредить. Я не готов к таким переговорам. Извини, мне самому шеф только что сказал. Да, кстати, он потом тоже хочет с тобой пообщаться. Ясно, спасибо, что передал. Тут
Тук-тук, мазафака. Доброе утро, господа. Меня зовут Нил Конрад. Доброе утро, господин Конрад. А вот Дайсон, Дайсон Энтерпрайз. Доброе, Дан Ким, Миллекс. Простите, что задержался. Давайте сразу к делу. Мне еще весь день работать. Да, конечно. Вчера вы оба ужинали вместе с господином Бенни, верно? Да. Вы знаете, что произошло, когда он вернулся к себе? Да, нам только что сообщили. Это ужасно. Настоящая трагедия. Договоренности, которые мы планировали обсудить, должны были сыграть важнейшую роль в ваших отношениях, в наших отношениях с Дровией. Как будто вы так уж и мечтали о новых условиях. На что вы намекаете? Я не намекаю, я открыто говорю, что вам эта трагедия только на руку. Вместе с Бенни умерла и надежда Дровии обрести независимость. А это значит, что сохранится статус-кво, а с ним и ваше выгодное положение. Возмутительное обвинение! Я ведь сел за стол переговоров, так? Если бы все было так уж радужно, я бы остался бы на Милоне. Факт остается фактом. Расплачиваться за эту ситуацию, как всегда, предстоит дровианцам. Смешно, признайтесь, что вам планеты на дровийцев... Что вам плевать на дровийцев с высокой колокольни. Независимость вас интересует только по одной причине. Вы хотите свободно торговать Таллием. Я понимаю, вы конкуренты, и ситуация очень напряженная. Но меня интересует в первую очередь вчерашний вечер. Дайте подумать. Почему вы вместе ужинали? Извините за этот вопрос, но почему вы вместе ужинали? Горнодобывающая промышленность – важная часть экономики нашей всей системы. Мы периодически общаемся с политиками. То есть речь идет о лоббировании, и еще вы были втроем? Да, втроем плюс обслуживающий персонал. Не сказал бы, что о лоббировании, просто совместный ужин. Хотя, конечно, на них случается обсуждение рабочих вопросов. Да, понимаю. Вы обсуждали кое-какие либо важные вопросы. Мы решили отложить их до саммита, который, как я понимаю, теперь отменят в виде отсутствия главного героя. Понятно. Дайте подумать. Бенни нервничал. У вас не было ощущения, что господин Бенни странно себя ведет? Возможно, нервничает. Нет, но мы только вчера познакомились. Так что я не знаю, какой он обычно. А вы что скажете, господин Дайсон? Я хорошо его знал. Мы прилетели с Дрови на одном корабле. Я бы сказал, что он вел себя совершенно обычно. Понятно. У господина Бенни были враги? Да. Все, кому выгодно сохранение статуса кво. Да ну, а может еще и кто-то заинтересован, чтобы вся Дровия на уши встала? У Дровии не было ни единого шанса получить независимость по итогам переговоров. А теперь, возможно, она восстанет и возьмет свое силой. Об этом не думали? Я не слишком увлекаюсь теориями заговора. Были какие-то конкретные люди. Может, кто-то затаивал на него злобу или даже открыто угрожал? Нет. Правда, в политике куда более распространены завуалированные угрозы. Так сказать, планы внутри планов. Хорошо, были завуалированные угрозы. Насколько мне известно, нет. Я тоже не слышал. Понятно. Хорошо, спасибо, что нашли время на разговор. Вы не могли бы дать мне свои контакты? Возможно, у меня появятся еще вопросы. И мне понадобится с вами связаться. Почему нет? Конечно, вот. Брым? Брым? Две важных шишки. Так, это третий. Типа... Тихо... А вот это второй. Почему? О! Привет, шеф! Я слышал, ты тут
Чё балду пердолишь? Доброе утро, Конрад. Доброе утро, шеф. Сайта говорит, у вас ко мне разговор. Да, не буду тянуть резину. Лонг ввел меня в курс дела по телефону. Но он сказал, что ты отказался называть имя клиента эскорт-агентства. Да, этот клиент, я не вполне уверен, что мои подозрения верны, но будешь добиваться признания, значит, это все же вы. Да, я. А почему ты не сказал Лонгу? Он твой непосредственный начальник. Да, вы правы. Спасибо, что сначала сказал мне, Конрад. Итак, почему ты думаешь, что я стал целью неких недоброжелательней? Судя по всему, женщина, которая к вам приезжала, только выдавала себя за Лилу. Она что-то с собой сделала, чтобы стать очень похожей на нее. Кроме того, нам известно, что она общалась с убийцей Бенни. У нас есть запись разговора. Предполагаю, что она хотела воспользоваться вашим обращением в агентство. Понятно. Есть мысли, как именно? И вы не замечали ничего подозрительного во время ее визита? Нет. Не помню, чтобы она интересовалась моей персональной деятельностью. Вас ничего не пропадало? Я слышу, чему ты ведешь. Давай выкладывай. В записанном разговоре эта женщина сказала, что украла у кого-то данные. Я думаю, что у вас. Речь идет о тех самых данных, которые снайпер планирует кому-то передать на Джорус Плаза? Да. Я не держу дома ничего важного, только на Эфоне. Возможно, она успела заглянуть в ваш Эфон? Возможно. Этот вопрос нужно будет обсудить с начальством. Еще одно, Конрад. Ты случайно не видел девушку по имени Шила Новак? Видел. Она волнуется, все ли у Лилу хорошо. Может, стоит ей позвонить? Как она сама? Хорошо. Как я понял, наконец-то она накопила на университет. Это замечательно. Так, нужно сосредоточиться на нашем снайпере. У нас меньше 3 часов до передачи данных. Пойдем на брифинг. Нас ждут. Как тебе разговор с директорами? Заметно, что они друг друга недолюбливают. А ты чего ожидал? Главный горнопромышленник Дрови и главный горнопромышленник Гхары. Да, они наверняка заклятые враги. Не думал, что это будет так очевидно. Да, от богатых и влиятельных людей ожидаешь большей сдержанности. Но в реальности многие из них поражают разъяренностью и бесцеремонностью. Так, все в сборе. Давайте пройдемся по всему, что на данный момент нам известно. Подозреваемый представляется Диасом, но его настоящее имя Бойд. На данный момент он находится на свободе. Сегодня ночью около часа 39 минут он застрелил Бенни с верхнего этажа отеля Сакура. Как именно Бойд скрылся, неизвестно. Но позднее его засекли сканеры около порта Маутона. Вероятно, он приплыл туда на лодке. Но пока это только предположение. Мы запросили ордер на обыск порта. Далее он нанес визит женщине по имени Зора. Судя по всему, она замешана в параллельной махинации, которая, вероятно, также связана с нашим расследованием. Ранее на неделе она напала на сотрудницу эскорт-агентства по имени Лила Кларк. Связала ее и временно выдавала себя за нее. Под ее именем она встретилась с влиятельным клиентом и украла у него какие-то данные. Снайпер уговорил ее отдать модуль с данными ему. Он собирается передать их кому-то, третьему. В 8 часов 30 минут на Джорус Плаза. Мы планируем перехватить передачу и поймать обоих с поличным. В кафе по всей площади будут сидеть наши агенты. В штатском. По крышам расставим снайперов. Операцией будет руководить агент Кумар. Кумар? Классно. Глава группы быстрого реагирования. Под Кумаром. Нормально. Мы с Конрадом будем на связи и в полной боевой готовности. Джорус Плаза — проходное место. Многие завтракают в кафе. Там будет полно народу. Действовать будем очень осторожно, чтобы не подстрадали обычные люди. Вопросы? Как мы узнаем снайпера? Конрад собрал
свидетельства о его внешности. Придется полагаться на них. Нам что-нибудь известно о женщине, которой встречается снайпер? Практически ничего, но с визита она не ожидала. Судя по всему, заранее о его планировании. Он мог наврать ей, чтобы получить модуль. Если так, возможно, передача не состоится. Ну что, Конрад, мы ждем бланк с приметами снайпера. Не торопись, по всем свидетельствам и фактам. У нас нет права на ошибку. Конрад отправил бланк. Сейчас перешлю его всем. Все готовимся выступать. Гхара, Джорус Плаза. Снайперы, что у вас? 90 секунд до начала. Черт, народу даже больше, чем я ожидал. Снайперам в такой толпе не прицелиться. Будем надеяться, что снайперы не понадобятся. Я тоже рассказывал, как меня взяли в бюро. Да, как ты? Когда служил в полиции, спас майора Гловера. Точка Б, возможно, что-то незначительное. Точка А, возможно, вижу цель. Ждите новостей. Помню, я так нервничал, когда договорился о собеседовании с шефом. Подозреваемый подошел к женщине с ребенком. На точке Г подозреваемому присоединился толстый мужчина. За 15 лет потом ни разу так и нервничал до сегодняшнего дня. Отряд Альфа, заходим, обходим цель. Принято. Если мы сейчас не поймаем убийцу, кто-то должен будет ответить за смерть Бенни. И первые на очереди мы. Осталось всего ничего. Есть совпадение с описанием. Отряд Альфа, берем левее. Я очень долго мечтал пойти в бюро, но думал, что поезд уже ушел. К зеленой рубашке подошла цель. Похоже, у них свидание. Я слышу подозреваемого, пока ничего. Сейчас 8:30, будьте внимательны. Никого, кто соответствовал бы описанию, нет. Может, опаздывает? На точке Б есть человек, который очень похож по описанию. Принято. Отряд Бета, заходим. Он идет к фонтану. Звук дадите? Я еще далековато, ускоряюсь. По-моему, он идет к мужчине, который сидит прямо на скамье. Они пожали друг другу руки. Скорее всего, это сообщник. Хорошо, Бета, заходим, проводим задержание. Берем подозреваемого и сообщника. Действовать осторожно. Лишнего внимания не привлекать. Кажется, вас заметили. В кафе к югу от фонтана кто-то вскочил. Черт, он убегает. Возможно, мы ошиблись. Альфа, за ним бегом. Как ошиблись-то? У него пистолет. Пах, пах, пах. Черт, надо повалить всех. Ой, бля.
Куда я бегу? Хрен его знает. Мне кажется, это не тот. Погоди, но он же был рыжий. Один из посетителей кафе это увидел и бросился на утек. Я был рядом и сразу побежал за ним, почти догнал, и тут его сообщник вытащил пистолет. Неприятно вышло, мы взяли не того. Нам срочно нужны врачи. Руки в ноги. Тут трое раненых. Наш агент и двое подозреваемых. Конрад, думаю, ты и сам понимаешь, ситуация так себе. Once the adrenaline had worn off, the uncomfortable адреналин уже схлынул, и если бы не неудобное сиденье и бьющие прямо глаза солнца, я бы уснул прямо в поезде. Импланты всю ночь подпитывали меня препаратами для поддержания бодрости и концентрации, а теперь меня догнала усталость. Кажется, на меня косились. Я вяло подумал, что, наверное, запачкался кровью, но проверять не стал. Рида увезли на скорой, он потерял много крови. И то и дело отключался. Бронежилет почему-то его подвел. Я не мог не думать, что если бы... Только я не ошибся с описанием стрелка. Это было бы не случилось. С другой стороны, мы все-таки взяли самого снайпера, а не подельника. Все еще вопрос, живым или мертвым. Кто знает, приближаемся ли мы к завершению расследования, или это только начало. Наконец, дождавшись своей остановки, я вышел из поезда и тут же проснулся на том же сиденье. До конца поездки я решил стоять у выхода. A cool breeze cut into the train cart and through the haze of fatigue when the doors opened. I considered visiting Cat, suddenly feeling an urge to inhale the woody, slightly dusty air in our old apartment. Cat had filled it with what she affectionately called real things. She loved leather, cloth, paper, and plants, and hated the clean metallic surfaces at my apartment. Sometimes I did too. О, привет, Нил. Какими судьбами? Соскучился. По тебе. Нет, серьезно. Мужчина, вы кто? Я тоже рад тебя видеть. Извини, просто... Я правда не ожидала. Может, кофе выпьем? Наверное, нет. Я спать собираюсь. Я только с работы, на самом деле. Всю ночь на ногах. Сочувствую. Погоди. Ты же не участвовал в перестрелке, которую сейчас обсуждают? Участвовал. Но к моменту моего прибытия она почти закончилась. Господи, ты вообще как? Раненых домой так просто не отпускают. Неужели? Я не об этом. Как ты психологически? Как всегда. Ладно, я поняла. Ты не хочешь это обсуждать? Нет, извини. Все нормально. Спасибо, что спросила. А что вообще случилось? Я так поняла, что никто пока не знает.
Бенни убили сегодня ночью, а перестрелка — это мы задерживали подозреваемого. Господи, надеюсь, ты шутишь. Не шучу. Мне самому еще толком ничего не известно. Мы начали расследование. Пожалуйста, никому об этом не говори, ладно? Да, естественно, Нил. Что, если Дровия решит ответить? Я понимаю, что они хотят независимости и так далее, но если расследование будет успешным, у нас на руках будут какие-то факты, это поможет разрядить обстановку. Я надеюсь. Ты не винишь себя и коллег? Я знаю, что вы все сделали, чтобы защитить Бенни, но риск всегда остается. Это неизбежно. Слушай, Нил, извини, но мне надо идти. Если пропущу поезд, опоздаю на работу. Если хочешь, можно вечером куда-нибудь сходить посидеть. Как только я превращусь из сонного зомби обратно в человека, надо будет снова ехать в штаб. Но я бы с радостью, когда настанет посвободнее время. Все, мне надо бежать. А, нет, еще одно. Лора присоединилась к однокласснице, у нее сегодня вечеринка. Я не знаю, отпускать ее или нет, ей всего 14. С другой стороны, у нее мало друзей, так что может и стоит. А ты как думаешь? Пусть повеселится. Лора очень взрослая для своих лет. Думаю, все будет хорошо. Да, наверное, ты прав. Что-то я дергаюсь на ровном месте, пока не... Ради бога, постарайся не поймать пулю. А что, спать мы будем у себя, да? То есть, не здесь, а у себя, да? Ай-ай. Ай-ай-ай, спать. Ну ладно. Трым-пр-пр-пр-пам. Бим. Загружаем и побежали дальше. Эй, стой! А? Я тебя помню. Ты же вчера к нам домой заходил. Ты сказал этому старому козу, чтобы он и думать забыл про мою сестру. Да. Блин, спасибо от всей души, мужик. Не думал, что человек с верхних готов помогать Савьянтам. Она сегодня утром уехала исполнять свою мечту. Рад, что все хорошо. Мне пора. Всего доброго. Да-да. Да благословит тебя Бавтана, мужик. Спасибо. Вам тоже. Тык-т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 ык. Побежали. О, а ты кто? Я думал, ты хочешь меня шпехнуть. Не, не хочешь? Ну ладно. Зайдя в лифт, я привалился к стене. До того вымотался, что не сумел отработанным усилием подавить эмоции от встречи с Кэт. Я вдруг остро осознал, что мы хотя и расстались 10 лет назад, я так ее до конца и не отпустил. Как поступить? Получить удовольствие, заставлять себя ее забыть? В конце концов, я решил вернуться к привычному отрицанию проблемы. Привет, мужик. Привет, Гораций, что скажешь? Покормить Горация. Жри, Гораций. Ди-ди-ди-ди-ди-ди, спать. Все, дорогие друзья, на этом сегодняшняя серия подходит к концу. Не забывайте подписываться на канал. Я проснулся к вечеру в состоянии легкой дезориентации, сел на кровати и впустил в сознание вчерашние события. Труп Бенни, отель Лайла, перестрелка. Собрав все это более-менее вразумительную цепочку, я стал собираться на работу. Частично вернулось хорошее настроение, накрывавшее меня накануне у Диллы Бенни. Как и в тот раз, его породило чувство, что когда-то привело меня в бюро. Желание действовать, а не просто сидеть и ждать смерти. В прошлом меня трезвило ощущение глубокой бессмысленности. Ежедневная суета оказалась мне бесцельной, и я мучил себя бесконечной самокритикой. Шагая в толпе, я с новой силой ощутил свою чужеродность. Казалось, окружающие меня люди были в какой-то другой реальности. Может, однажды я все еще вернусь в эту реальность.
Я бы хотел вернуться в то время, когда был счастлив. Мы освободители, защитники прогресса, свободы. Именно эти ценности много веков лежали в основе. Однако сегодня они под угрозой. Радикалы из Славянского фронта задумали установить на Дрове теократический режим. Славянты суеверны и отрицают науку. Не боясь подвергнуть опасности ни в чем не повинных людей. Ровно 40 лет назад мы все видели, что бывает, если дать савьянтам свободу действий. Нельзя, чтобы история повторилась. Нифига себе. Положите конец. Ага, мы сделали первый шаг Славянского радикального движения. Если вы не начнете действовать, мы защитим будущее всего мира ценой жизни других Славянцев. Да, короче, давайте это как туда надо, да? Быстрее, 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 быстрее. А, типа, Либератус. Там, где бездействует правительство, будем действовать мы. Следующий шаг будет через 48 часов. Угу. Конрад, ты видел? Да. И то же самое во всех, на всех до последнего экрана в городе. Бегом в штаб! Создатели какой-то фетиш на счет метро. Все, на этом, дорогие друзья, уже точно все. В этой серии увидимся с вами в следующий раз. Да. Поэтому не забывайте подписываться на канал, жамкать ваши лайки. Обязательно бейте в колокольчик, да, подписывайтесь в ВК. Все, всем пока-пока. До скорой встречи. Beep.